Так мы встречаем Новый год. Время сейчас сколько? Сколько времени? 11:20 где-то. Короче, 11:30, полчаса до Нового года. Мы едем к бабушке, к дедушке в Волгодон. Сейчас остановились в Лазаревке. Угу. Весь вагон пустой, 31 декабря. Мы тут сами... Три человека. Балдеем. Вагон бомба, я вообще первый раз такое вижу, все на кнопочках, все, блин, все цивильненько, розеточки, все, душ, туалет, два причем, санузла. И два душа. Два душа, два туалета, стеклянные, что, ну вообще круто, конечно. Сейчас остановились в Лазаре. Там не видно, там другой поезд стоит. Так что, отмечаем. Короче, целый вагон наш. Тух-тух-тух-тух. Вагон крутой. Новенький. Вообще все бомба. С кондиционерчиками. Вот санузел такой. Два санузла. Сенсорная раковина. Душевая кабина. Душик тут, можно искупаться, вот так вот, блин, ну конечно круто, а? Бомбовский, конечно, паровозик. А, ты посмотри сюда, последний вагон же. Я хотел отключить пройти, я понимаю, что это последний. И там рельс. Так, все, погнали кушать. Блин, отсвечивает, конечно. Море, море вон. Короче, едем вдоль моря. Красотища. Блин, мне телефон не передаст. В общем, через 2 минуты наступает Новый год. Мы едем в крутом паровозе. Вдвоем с сыночком встречаем Новый год. Туапсе проезжаем. Сколько он кораблей стоит. Такие огромные, блин, светятся все. Ты сейчас через... Ну, сейчас повернем уже в степь и, капец, хоть назад разворачивайся. Пока едешь вдоль моря, красотища. А дальше посмотрим. Ну, корабли прям очень много, очень-очень-очень. Такие здоровые. Мечтал быть моряком, ни разу в море не вышел. Живу на берегу, как озимка засеяна, поля зеленые. А мы с внучком в карты сидим, играем. Продолжаем исследовать электронику вагонов. Окно открой. Нашли кнопку, смотри, ты тут все на кнопочках. Вот Егорка у меня тут все лазит, все разыскивает. Чик, вот так у нас столик убирается. Кнопочку другую нашел, чик, она хоп, вот так поднимаются. Багажное отделение. Так, все, опускай. Отпусти. Не баловаться. Где? А вот, кстати, показывает. 8 градусов на улице. На улице 8 градусов. Поезд 24. В вагоне 24. У нас первый вагон.
21 января, 11.16. Вот тут что-то какая-то прибомбас. А для чего? А, это, наверное, залазит на полку. Да-да-да. А на полку это, во-первых, во-вторых, это подлокотник вот тут. Нет, это ступенечка. Вот. Закрой. Ступенька. Выход в тамбур. Кнопочка. Чик. И... Босиком ходим, настолько чисто. Два санузла, это отражение. Это я уже показывал, сынок. Мусорка, вот. Пластик. Мусор. Вот здесь пищевые отходы, бумага. Пластик, там, тот, что там, пластик, металл, стекло. Ту-ту-ту-ту. Ебался. Ну вот, у нас даже есть окно заднего вида. Короче, балдеем. В самолете помню. А вот стоп, кран тут. Так, хватит лазить. Президентский люкс у нас. Я не в поезд. Ну зачем, не надо, сынок. Сынок, вот смотри, селедка под шубой, копченый лосось, лось, буженина, сыр. Красная икра, рыба, мимоза, ну, наша рыба, апельсины, мандарины, бабушка все готовила, дедушка, Новый год, все у нас, коньяк, пиво, Беловеж, а, с Беловежской, а, с Белоруссии. Так что вот такой у нас отличный Новый год. Да. 23-й. Да. Себя немного. А еще у нас и кролик, и курятина там на балконе. А, наготовлено, и да? И оливье. Там все. И селедка. Там... Мы... Ой. Ладно, да. Так, ладненько.